Добрый день, это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня наш гость Сергей Блинков, солист Липецкой областной филармонии, дважды лауреат Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени народной артистки СССР Надежды Обуховой. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, потому что мы вас звали, в общем-то, долго, но ваша такая артистическая жизнь очень насыщена. Хотели еще после конкурса молодых вокалистов в апреле, в мае поговорить. Но, в общем, сегодня у вас тоже много дел. Наверняка вы будете принимать участие в празднике Дня города. Да, конечно. Где-то будете выступать. Я буду выступать в Бахановом саду. Вот, поэтому кому... Хочется услышать. Хочется услышать, да, я приглашаю. Я с удовольствием. А что обычно входит в программу концертов, которые вот вы же все-таки вокалист, так скажем, академического вокала, оперы, арии, ну и песни, естественно, тоже для липчан будут песни, да? Естественно, это же все-таки праздник, угу. Это день города, поэтому я считаю, что публика любит всегда все разное. Здесь можно исполнить и классические произведения, что также слушают охотно, и народные песни, знакомые. И сейчас вот очень актуальны вот Арно Бабаджанян песни, то есть мы возвращаем ретро, возвращаемся к ретро, вот, песни, тоже очень знакомые и любимые. Поэтому здесь... Когда мы это сможем увидеть? 20 сентября. Нет, 20 июля, наверное, да? Не 20 сентября, а 20 июля. Угу. Вот как раз, ведь День города у нас 3 дня, с 18 июля начинается. Наверное, вообще все артисты филармонии будут все артисты нас и коллективы радовать везде. Города Липецка, музыкальные, хореографические, все будут задействованы, угу, в этом мероприятии. А вам вообще, скажите, пожалуйста, Сергей, вот нравится выступать на открытых площадках перед людьми, которые, ну, просто, может быть, гуляют, не пришли специально на концерт? Я считаю, что каждый человек имеет уши, глаза, слышит, есть у них чувства. Поэтому кто-то слушает, кто-то не слушает, кто-то становится, внимательно слушает. А мы при этом должны как бы своим выступлением обогащать и радовать их души. Угу. Я считаю так. Даже при любой погоде, естественно. При любых условиях. Да. При случае дожди, при любых. Мы выступаем и радуем своих слушателей. А какая-нибудь самая необычная, в общем-то, история вот выступления на таких открытых площадках, может быть, сейчас, если вспомните? Как раз, да. Снег или дождь, или гром. В Нижнем парке, я помню, был дождь, всех разогнал, но мы остались верны. Кто-то даже остался с зонтиками. И мы на 200% выкладываемся. Ну, это вообще-то замечательно, конечно. И вам нравится выступать в любом месте? Очень, да. Я очень люблю людей. Очень люблю выступать, очень люблю публику. Я считаю, что в Липецкой области, в городе Липецкой благодатные люди, публика. И я им очень сильно благодарен. И очень все, кто меня знает и слышал, люблю. То есть ко Дню города ваш концерт – это тоже, в общем-то, такой подарок городу и людям? Ну, наверное, не только я один. Какое-то особое чувство есть, что вот День города для вас? Да. День города Липецка. Конечно. Конечно, чувство праздника и чувство, какая, по-моему, 311-я годовщина, угу, да. Ну, так как я родился в Вильце, я считаю, как говорится, здесь коренной житель. Для этого мне не безразличен. Липецкая область, город Липецк. Я чту, люблю, работаю и буду продолжать. Ну, не зря же говорят, той родиной можно назвать тот город, где ты достиг не только родился, но и достиг какого-то успеха.
как вы считаете, в Липецке вот с точки зрения музыкальной карьеры сегодня достичь успеха, ну, реально? Конечно, реально. Потому что все зависит от человека, от самого человека, от личностных его качеств и, конечно же, желаний. Главное, чтобы этот внутренний, вот этот нерв никогда не уходил. Лично мне, с моей стороны, это есть. Я любил петь, я совершенствуюсь, развиваюсь. И потом в Липецке, Липецк не последний из тех городов, который сейчас очень много благодаря нашему директору Наталье Николаевне проектов проходит. Приглашается с мировыми именами музыканты. И публика об этом прекрасно знает, вот, и следит за этим. Тут далеко не доходить. Вот, Валерий Бесалович Гергиев, Хренинский фестиваль. Вот 60-летие мы недавно прошел мероприятие Липецкой области. Проекты, как Софья Губайдуллина, «Пасха по Ивану», современная музыка, современный проект. И впервые это было в Липецке. И я счастлив, что Липецк открыл это произведение. Так что я хочу сказать, что Наталья Николаевна очень много интересных, творческих у нее идей. Я в дальнейшем, я всегда верил, верю в нее, и благодаря ей мы воплощаем эти проекты. Ну, ваши коллеги, да, в общем-то, тоже являются примером. Коллеги обязательно. У нас дружная команда. Я всех очень люблю. Все очень разные. И индивидуальные, интересные. У коллег иногда своих могу. Я вообще такой человек. Я люблю учиться. У многих. Наблюдая. Даже и когда стоишь на сцене или там за кулисами. Вот. Все разные, все талантливые, интересные. А вы всегда следите, да, за творчеством? Ну, допустим, даже своих-то понятно, что вы вместе репетируете и вместе концерты даете. А вот когда приезжают, ну, те же, например, тенора 21 века или какие-то наши московские, зарубежные певцы. Конечно. Ходите смотреть специально? Обязательно. Я ничего не пропускаю. Для меня это очень интересно и крайне важно. Обязательно послушать. Таких, скажем, извините, профессионалов. И причем из них я знаю, очень знаком. Из певцов, сейчас я фамилию не могу вспомнить, сибирцев Дима. Он является концертмейстером, и он неоднократно был почетным концертмейстером вот Глинковского конкурса, где Царство Небесное Ирины Константиновны Архиповой. Вот. И он сейчас является концертмейстером Пивко. Ну, а сейчас он, Сибирцев, директор, по-моему, новой оперы. И я был за кулисами счастлив. Ну, он меня очень хорошо знает, потому что я выступал на двух международных конкурсах Глинковским, где я был полуфиналистом, стал. Вот. И мы там с ним познакомились. Я с ним познакомился. И в дальнейшем я вот когда вот как бы наблюдая за многими, да, и Диму я увидел, что он запел за кулисами здесь, в Липецке, я просто восхитился им. У него, оказывается, такой потрясающий голос, тенор, тенор, великолепнейшим тембром, ну, низким поклон. Хорошо, молодчина. Поговорим все-таки про вас и про наш город Липецк, про наш конкурс молодых вокалистов, который в этом году уже, получается, 10-й год. Ну, 6-й раз. Да. А вы были первым победителем в 2004 году. Вернее, победителем первого конкурса. Вы стали победителем 6-го. Но мне кажется, в этот раз побеждать было намного сложнее. Столько участников, что два дня слушали только во втором туре. Вы знаете, что касается 2005 года, где я получил 6-ю премию. Да. И вот сейчас в 2014, где я получил первую премию. Это большой для меня, с моей стороны, вот я анализирую себя, большой шаг. Если я вспоминаю 2005 и сейчас 2014. 9 лет.
на мой взгляд, кажется, вот я расту. И рост есть. Ведь конкурсы, они предназначены для того, чтобы, понимаете, не только себя показать и сказать о том, что ты вот певец, ты достойный певец, да, вот призвание. Но в то же время это и внутренняя работа. Как бы чтобы для того, чтобы подтвердить, что ты на правильном пути. Что действительно ты певец, который развивается, который движется вперед, и это надо кому-то, а это надо. Потому что неоднократно ко мне подходили и говорили. Я очень многих слушаю, как бы вот мне очень интересно послушать даже и рядовых слушателей, которые не певцы. Я всегда принимаю все те оценки, которые мне говорят, вот, и на свой счет как бы я вот анализирую и, естественно, делаю выводы и дальше направление, извините, работаю над собой. А в чем, вот, скажите мне, вот мне даже просто интересно по-человечески, в чем заключается работа певца? Ну, понятно, что голос надо каждый день тренировать, как-то расширять, наверное, диапазон. Но это, наверное, не главное, но не только это. В чем еще вот эта работа заключается, вот ваша, над собой даже? Вы знаете, сколько написано, вообще вот опера сейчас прошла юбилей свой, 400 лет. Опера. Вы не представляете, сколько композиторов разных эпох и направлений 17 века, да, до 20-21 века написано великолепнейшей музыки. То есть ее для того, чтобы ее исполнить, это хватит ни одной жизни. Не хватит. Для певца. Поэтому мы в этом направлении движемся. Движемся у каждого. Каждый вот именно проект, выбор, вот это то или иное вот произведение, там, допустим, оперной классики, да, это тоже интересно. Это все, это кропотливая вообще работа. Ну, наверное, надо еще, да, как-то погрузиться вот в эпоху, допустим, вы легенда о Граде Ельце, да, вы изучаете все, что было вокруг. Обязательно. Вот и в этот, в это столетие. Свою историю города Ельца надо, да, обязательно знать, да, и... Опять-таки, еще раз повторюсь, что такая была идея. Мы как-то вот в разговоре с Натальей Николаевной, вот несколько я как-то принес свою книгу, вот, очень вот 400 лет оперы. И вот она как-то вот за один день прочла многие там варианты, там это, и вот у нее возникла идея поставить эту оперу в городе Ельце на сюжет именно города Ельца, в освобождении от Тамерлана. А, то есть это было 3 года назад, да? Это было вот когда первоначально. Да, 3 года назад, да. И я считаю, Наталья Николаевна, это получилось здорово. Ну, у меня нет никогда слов. Она молодец. Ну, когда там все на своем месте, каждый конечно вокалист, каждый танцор, каждый ну, в общем, хорист. Талантливый, интереснейший человек. Даже. Сейчас ведь идет тоже работа над... премьерой 8 августа. Практически каждый день репетируем, да, и для нас важно, ведь, понимаете, нет предела совершенства, поэтому один спектакль может пройти вот так представиться как бы зрителям, да, а следующий спектакль, он все время по-новому, уже интереснее. Поэтому говорю, нет предела совершенства к тому, что, например, вот мы можем сыграть, и, то есть не повторяться. У нас нет повторений, потому что спектакль один может пройти именно вот первый вот так вот, а в смысле творчески, образно, да, с воплощенной идеей. Но вот этот спектакль может быть по-другому уже представлен, уже что-то новое, что-то интересное. Но здесь же будет и в этом спектакле теперь, значит, я пою партию князя Темного московского, и к нам приезжает из Монголии певец-баритон, который будет петь Тамерлана. Ну, мы и про это уже интересно. Ну да, мы про это поговорим после небольшой рекламы на канале ТВК. Напомню, что сегодня наш гость Сергей Блинков, солист Липецкой областной филармонии, 2-й лауреат Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой. Не переключайтесь.
Продолжаем программу «Точка зрения». Мы разговариваем с Сергеем Блинком, солистом Липецкой областной филармонии. Ну, мы разговариваем про предстоящую, еще, конечно, не совсем скоро, но 8 августа, наверное, наступит незаметно для вас в репетициях. И... Да, время осталось мало. Мало. А я слышу в рекламе премьера. То есть действительно, что вот каждая новая постановка, она уже будет, получается, третья, да? Да, третья. Все-таки что-то новое вносится. Конечно. Все, даже, наверное, погода может быть другой. И расстановка сцены. Что? Или тут пока секреты? Благодарю приглашенным вот певцам. И поэтому я думаю, что Наталья Николаевна, это мудро представить в натуральном виде, извините, того Тамерлана, который являлся по крови. Который Игорь, да, привел. И как по существу, как человек, да. И это будет интересно очень. Это как раз один из участников тоже конкурса молодых вокалистов, да, прошлого года? Да, он выступал на юбилейном как раз-таки концерте и на конкурсе он завоевал, по-моему. Он был даже там одним из лауреатов. Шикарный баритон. Вообще, сейчас он, например, вот заметил такую тенденцию, что Азия потихонечку набирает свою, как говорится, обороты по поводу талантов. И в кузнице так называемых вот этих голосов. А как вы думаете, за счет чего? Просто потому что у них сейчас интерес к этому растет и, естественно, поиск таланта. Ну, я знаю, что вот китайцы, японцы много сейчас, как говорится, вот и которые учатся в московских консерваториях, в основном их много, очень интересуются. И оперой, и классикой, и из певцов как раз-таки во многих международных конкурсах увидеть можно именно лиц из Китая, из конкурсантов, да, из Кореи, из Японии, из Кореи, да, из Монголии. Поэтому это очевидный факт, и это интересно. То есть они постепенно потом займут и, естественно, сцену европейских театров, может быть, российских. Все зависит от них, и также от нас, от каждого. Конкуренция вообще среди вокалистов, среди солистов, вот на российской сцене, там, может быть, на зарубежной, она ведь серьезна сегодня? Есть серьезно. Вот рост? Или наоборот, пока еще у нас, например, в России востребована, не еще востребована? Еще как востребована. Пускай я понимаю, что по телевизору можно не увидеть очень много таковой классики, извините, но если человек поездит в любой город, в России, как в две столицы, вот как в Петербурге, в Москве, очень много проходит классических мероприятий, где можно их послушать, и приезжих, и уже и титулованных, и мастеров сцены мирового масштаба. И все развивается. Все, как говорится, то есть это не умирает. Ну, это хорошо, просто это был период, есть и будет. Был период, когда у нас в основном-то эстрада только была на слуху и на виду, сейчас идет... И да, классика, она востребована. И классика сейчас востребована, востребована в большей степени. Поэтому то, что касается международных конкурсов, то, что в российские конкурсы, российский конкурс сейчас более, извините, все-таки как бы вот подвигается к европейскому стандарту. Конечно, все серьезно. Ну, самое печальное, что уходит тот вот... Те певцы тех лет. Вы имеете в виду безденежного? Я говорю, из певцов вот этого, того поколения. Советского. Которые председательство в жюри, да, советского. Поэтому сейчас набирает, конечно, оборот от молодых. Когда вы выступали на конкурсе перед такой серьезной вообще, перед таким серьезным жюри, ну, естественно, наверное, волновались, ну, еще и зрители, естественно, слушают все. А потом жюри внимательно вам дают какие-то оценки вот после выступления, вот на конкурсе, который прошел у нас? Конечно, каждому индивидуально. Да? Да, я выслушал очень много такой вот, скажем, критики. Ну, может, не только критики. Что мне было, что мне не было, что как надо и как дальше, извините, вот идти дальше, вот развиваться. Над чем работать в первую очередь. Вот Лариса Бессалова очень много мне сказал о том, что вот итальянский язык, как у певцов, это важно. Языковый всегда барьер на конкурсах ставится на первое место. Вот, потому что есть французское, английский, и все-таки итальянское, немецкие. В оперных произведениях язык — это первоначально.
То есть хочешь быть певцом, учи языки. И стиль. И стиль, конечно. Французский стиль – это одно. Итальянский – это другое. Немецкий – это уже другое. И все мы должны как-то все-таки к этому... То есть нельзя зацикливаться только на русских произведениях. Тебя, ты не будешь востребован. Например, нет, почему же? Наоборот, в Европе очень много как раз таки русских опер проходит. Вот я сейчас, насколько по новостям знаю, что Большой театр поедет с князем Игорем в Нью-Йорк, Метрополитен опера, на гастроли. Так что она востребована? Нет, она востребована, но только певец на русском языке, он, в общем, будет обделен немного и в на поиске русском, работе. Вы знаете, и на русском языке. На русском, надо уметь петь, как это поют вот и пели вот ушедшие певцы того поколения. Понимаете? Мы должны учиться. Я считаю, мы должны развиваться, мы должны учиться, чтобы это было качественно. И в то же время вот, как это назвать это слово, отвечающее. Вот сейчас европейским стандартом в пении. А вы бы поехали в Европу петь? Поехал. По контракту, например, на год поехал или на с два? Поехал с удовольствием, да. То есть вы к этому даже, может быть, что-то делаете? Да, мне очень хотелось бы попробовать себя вот в Италии. Вот. Ну, а там, в первую очередь, в Италии. Ну, естественно. В Риме, в Римской опере. А там, ну, во всяком случае... Мне здесь очень все нравится. Ну, в Италии в любом маленьком городе даже есть оперный театр, насколько есть. Я знаю. Это вообще люди ходят туда на все спектакли. И в Генуе, и Падуе, и в Риме, и Флоренции, и Венеции. Здесь есть оперный свой театр. И многие мировые из певцов, мировые имена, именно происходили оттуда. Начинали свою карьеру как дебют. А потом получали ангажементы по всему миру. Ну, Италия – это город певцов. Да, это страна, страна певцов, как раз итальянская бельканто. И мы должны стремиться, да, ну, желаю, чтобы у вас это все пения. Сбылось, может быть, это Спасибо. Мечта. А как вообще вам уровень участников, которые выходили с вами вместе на сцену? Очень на сильный. На конкурсе. Я не ожидал, очень сильно. Из молодых мы все-таки с Игорем Горностаевым, которым мы разделили первую премию, он с Воронежа. Мы как по возрастной категории, скажем так, старики. Да. А из молодых я увидел очень сильный уровень. Потом, я думаю, все-таки он, по-моему, можно даже приравнять его как к международному статусу. Ну, там потому говорили, что это особые всероссийские. Там были певцы из Франции, из Англии, из... из Монголии, опять из же. Из Монголии. Из Кореи. Из Кореи. Поэтому статус международного смело можно... называть, и я считаю, что это был международный конкурс. Ну, конкурс-то да, вот слава богу. Сами участники очень серьезные. А из тех участников, хочу сказать, очень сильный состав, ребята молодцы. Интересно было послушать, посмотреть. И я считаю, что у них, у многих блестящее будущее. И они займут достойное место на оперных сценах мира. То есть этот наш конкурс липецкий, он уже стал, в общем-то, одним из многих. Как бы трамплин. Одним из немногих. Да, даже, он наверное. И является. Потому что этот конкурс не из, так скажем, каких-то, допустим, вот конкурсов. Не провинциальных. Рядовых, уже. Да, да, там это. Это очень хороший трамплин, да. Для... Почему? Потому что, объясню, потому что приглашается все-таки в жюри, в членах. В жюри сюда приезжают и из Большого театра. Как Маклала Филимонова Касрашвили, Лариса Бессонна Герьева, вот он Москва-Петербург, Чернов был на том конкурсе, Владимир, мировой баритон, хочу сказать, который, вердевский баритон, который пропел в всех театрах мира. Это должное. Все-таки нас слышат и видят, и что в Липецке, здесь, на родине, чтобы могли тебя услышать, увидеть такие... известные имена, мастера, я уже считаю, такие вот. Это великое счастье. Все благодаря Наталье Николаевне и, естественно, администрации Липецкой области в лице Людмилы Валентиновны Кураковой, которую я безумно люблю.
Который тоже, да, приходит к вам на концерты, я думаю, достаточно часто. Да. Да. А участие в «Родных стенах» вам вот лично помогло в этот раз? Что это проходило здесь, в Липецке? Я считаю, да. Да, я считаю, да, это всегда помогает. У меня есть своя как бы публика, мне уже как бы некоторые знают, следят за мной. Вот. У меня даже сестра моя родная приехала. Из Ельца? Своей дочерью, да, из Ельца. Удивительно, но для меня, вы понимаете, это не было как вот, скажем, там расслабленность, я вышел, вот, а наоборот. Я всегда очень серьезно к этому подхожу и понимаю, что я делаю, что от меня зависит. А вот победа была важна для вас? Вот что вы стали победителем в этом конкурсе, это что-то еще дает вам внутреннего? Конечно, обязательно. Только работа над собой. И только дальше развиваться, идти дальше. Обязательно. И побеждать на конкурсах. Я думаю, если даст Бог, вот у меня вот в будущем, в 2014 году, в декабре, 15. В Минске, будет проходить первый рождественский международный конкурс, где свои возрастной вот категории 76-го года. Я бы хотел поучаствовать. У меня тоже такой вот шанс. То есть артисту, певцу обязательно участвовать? Нельзя обязательно. Вот сидеть в своем каком-нибудь театре или филармонии? Обязательно. Ну, да, нужно выезжать, нужно видеть, смотреть, общаться. Обязательно. Только в этом человек может как бы вот для себя понимать, осознавать. Даже если не побеждаешь. Для чего он там, даже не побеждаешь. Вот это не важно. Не важно? Если ты проиграл, то на этом ничего не заканчивается, а наоборот, это должно быть толчок еще больше для развития. Здесь и не должно быть никаких обид, никаких там, допустим, кто-то. У меня всегда было так. Я никогда не завидовал своим коллегам. Я наоборот, только с любовью. И всегда иду навстречу и поддерживаю. И что-то у них учусь. Еще раз говорю, то, что здесь как бы у меня вот как с моей стороны человека, у меня нету. Ну, это у вас хороший кто-то характер, первый, да. Кто-то там первый, кто-то гран-при, кто-то там это. Здесь не важно. Здесь участие. Здесь себя показать. Здесь себя, в первую очередь, хотя бы понять, что ты на правильном пути. И самое главное, что ты нужен. Вы нужны. Я хочу напомнить еще нашим зрителям, что в ближайшие выходные можно будет, да, послушать многих, да, артистов Липецкой филармонии. Многих вот артистов, вас где? Многих коллективов, да. Не только я один из них. Поэтому у нас прекрасно. Также мои коллеги, певцы. Все они разные, все они интересные. Что вы будете исполнять? У нас осталось одна минута. Наверное, Арну Бабаджаняна. Я очень люблю Муслима Магомаева. И люблю этого композитора, особенно ретро. Песня, я думаю, любви. Публика это нравится и понравится. А? Песня о любви, о море, там, ну все их... А все песни, какими которые... ни были даже, не только в классике, но и в эстраде. Все о любви. Понятно. Спасибо большое вам, Сергей, за то, что нашли время прийти к нам в программу, порадовать спасибо наших вам большое, зрителей. Это была «Точка зрения» Сергея Блинкова, солиста Липецкой областной филармонии, победителя Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Абуховой. Всего вам доброго, до свидания.